Уважаемые жители города Ульяновска, наши дорогие ребята, сегодня мы собрались с вами здесь, на площади танкистов, у легендарного танка, который прошел нелегкими верстами войны. У нас сегодня три мероприятия, три события. 2 сентября, день окончания Второй мировой войны. Вы, наверное, все знаете, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Шла она 6 лет и 1 день. И 2 сентября 1945 года Вторая мировая война закончилась. Это один повод, это отдать память погибшим нашим защитникам, вашим прадедам, дедам, кто воевал, отдать им должное за их мужество и героизм. Помнить их. И второй. Сегодня исполняется годовщина гвардии России. А танк вот этот, это как раз танк гвардейского краснознаменного имени Владимира Ильича Ленина. Было у нас такое прославленное училище танковое, и оно стало гвардейским не просто как какая-то воинская часть, а именно гвардию в 43-м году получили за свои боевые действия в годы Великой Отечественной войны.